Всем привет! С вами Пенни Прец, и сегодня мы снова на кейс батле, снова крутим кейсы и снова пытаемся окупиться. Я не знаю, что-то как-то будем проверять сегодня мы апгрейды, либо там что будем делать. Ну, что-то мы сегодня точно будем делать. В общем, 6 сотен на балансе с промокодом. Доступен у меня сейчас должен быть вот этот кейс. Мы сейчас его откроем, посмотрим. Полтишок, по-моему, прилетел бонусами. А, нет, 75 даже, отлично. 800 это есть, окей. Так, те у меня еще недоступны. Короче, видос я пишу сегодня с утра, потому что сегодня трудиться буду допоздна. Поэтому пишу с утра. В общем, что я, короче, хочу разочек крутануть вот этот кейсик. Где ты тут, блядь? Вот, тебя. А потом посмотрим, что мы будем крутить дальше. Давай. Что тут вообще есть? Что тут? Ну, в принципе, дохера что может нас окупить. Но вот есть покойник за 265, это минус там однозначно, да. Вот это. Как бы много есть минусовых скинов. Ну, как много, не очень-то так и много там, да. В принципе, только раз, два, три. Ну, по-моему, только три. А, вот четвертый. Четыре минусовых скина есть, остальное все окупит. Ну, давай разочек крутанем, посмотрим. Ни разу не крутил, может, его выбью, хер его знает. Может, ножик наконец-то выбью. Ну, не тут-то было. Но это окуп, да, по крайней мере? Ну, ладно, хоть статрек хрусталь выпал. Это окуп, конечно. Это зашибись. Это зашибись, конечно. Ну, ладно. Разок крутанул. Разок получил. Не то, на что я рассчитывал. Короче, я сегодня еще Angry Chuck. Сейчас до Талова, короче. Сколько откроется, откроем. Посмотрим, что он даст. Вчера он себя, в принципе, хорошо показал. Посмотрим, как будет сегодня. Извращение. Ну, извращение это как бы не то. Ну, по крайней мере, минус не сильный. Леденец. Вот леденец уже пож... А, это статрековский леденец. Ну, Angry Chuck, ты, в принципе, лапоньки. Ну, ладно. Смотри-ка, слушай. Angry-то так он, в принципе, пацан-то ровный, да? Осирис? Ну, вроде ровненький, да? То есть, как бы на рубль. На рубль, ну, окупил, да? Что такое? Опять извращение. Извращение, ну нет. Извращение это не то. Извращение это не то. И давай тебя еще разочек. Извращение это не то. И колония. Ну нет, колония это как... Че, сколько всего? 973 уже есть, нормально. Так-то хорошо, да? Хорошечно. Хорошечно. Что мы сделаем? Мы сделаем вот так. Контракт. Посмотрим сегодня, что у нас. День контрактов или день апгрейдов. Ну, вот эти, в принципе, две можно забрать, и я уже в плюсе, да? То есть, ну, по традиции. Так, 112, надо запомнить. 112 превращаются в 66. Отлично! Прям супер-пупер-мега-друпер. Супер-пупер-мега-друпер, блядь. 112 превратились в 66. Это же просто мечта. Это же просто мечта любого пацана. Так, тогда мы сейчас летим сюда. Так, что нам придумать, что нам сделать? Так, ладно, тебя мы продадим. И давай и тебя продадим. То есть, как бы тут что-то есть. Хрусталь есть. 335 сейчас на балике, да? А, так, давай мы сейчас с 335 попробуем подняться на... Так, а я все... А, да, я... Попробуем снова подняться вот до вот этой штуки. На чем только подняться-то там, да? Angry. Снова Angry Red. Angry Red попробовать или что? Angry Red попробовать. Так, я вчера, по-моему, тебя пробовал, но ты мне что-то вчера такую бороду там выписал, да? Так, или попробовать эти. Так, а сколько? 355, а ты 65 стоишь, да? Ну, я могу тебя, по-моему, открыть 4 раза, да? Ну, давай 4 раза и Angry-ша откроем. Посмотрим, что ты тут учудишь. Чем порадуешь, Айзик? Ну, ладно. Ладно, Айзик пока канает. Айзик хорошо. Это плохо. Ай-яй-яй. Кейс батл, исправляйся. Ай-яй-яй. А-та-та. Нет, это а-та-та полная. Ты чё, блядь? Давай ещё тогда разок тебя. Ну, раз ты такой нехороший оказываешься.
Ой-ой-ой, 54, да? Нет, ты очень плохой оказался. Так, ты плохой оказался. Так, давай в Angry, 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 Angry. Вот, не. А, вот, Angry Chuck. Так, Angry Chuck. Angry Chuck, 40 рублей. Ну, блядь, 40 рублей там. И Крикун, 47. Ну, по-моему, тоже как бы не алё. Не алё, не алё. Так, что мы тут можем продать? Продать можем мы самое... тебя дешевое. Сколько получается? 77, что тогда? Давай еще разочек Angry Chuck. Angry Chuck, Angry Chuck, 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 Чарик, Chuck, Chuck. Где ты? Низко тебя мотать, блин. Латунь. А, ну ладно. Нормально. Так, ты пойдешь, ты пойдешь. Так, теперь мы можем открыть один сильвер. Блять, может попробовать все-таки апгрейды поймать? Попробовать, ну. Может сутрич 37. Ну, тоже дал-то хорошо, да, так? Дал-то хорошо. Так, а сколько сейчас у нас на балике вообще есть? 926. Подожди, а сколько это? Там 600, нет, не хватает. Не хватает, надо... Ах, либо на апгрейдах что-то намутиться, либо попытаться открыть, да? Либо... Так, если мы вот это продадим, ну там не хватит, не хватит, там не хватит. Давай апгрейды тогда помутим. Помутим, покрутим. Так, вроде вы встали в иерархическом порядке. 300... Давай, короче, давай 350 посмотрим. Поставим. Чё он даст? Хамелеон? Нет, нет. Вот давай тебя, вот резной приклад. Ты вроде... Ты же вроде... статрек по 90, резной приклад. Нет, это минус. Это минус. Давай следующий. Так, от тебя уже на 5 сотен будем пытаться. И это минус там, да? 5 сотен. Мне сейчас надо 5 сотен, чтобы крутануть на живой еще тот. Тот еще крутануть. Хотя бы сейчас на апгрейдах словить 5 соточку, чтобы крутануть на живой. Но только здесь. Ну, давай кардио такое чувство. Так, так, а этот... А, я же лапы продал. Я же лапы продал. Я думаю, куда лапки делись? Я же их продал. Так, ну этот не хочет. Так, тебя давай. Давай, залетай. Все, заебал выкобениваться. Залетай давай. Все в одном и том же месте. Ну ладно, за 8 соток даешь. Хер с тобой. Забираю. Даешь за 8 соток. Забираю. Давай, дождь из пуль. Все, я забираю его, короче. Давай, отдавай. Залетает, да? Нет. Тут за 50% перевалило. Не-не-не, я с тобой так не дружу. Я с тобой так не дружу. Тут. Ну, тут тоже халабуш. Бля, может тебя поставить на x2 попробовать? М? На косарь. Хотя x2 1100. На 50%. Что у нас тут есть? 54%. Как-то мы, че, пацаны, рискнем. Если он... Не, блядь, если он зайдет, то это косарь 100, но... А похуй, давайте рискнем, короче, давайте. Давайте, 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 давайте. Да ну нахуй. Вот это борода. Ну ладно, хуй с тобой риск. Так, у меня есть кейс. У меня зато доступно 2 сильвера. Поняли? Да уж, пиздец. Не фартануло, не повезло. Не сфартило, не свезло. Чертеж. А, во! О, я тогда тоже чуваку выпал такой скин. Такой, о, наверное, дорогущий. А он стоит... Да нихуя там стоит, короче. Рубль, 2 рубля. Да, блядь. Вот чё, сука, не мог ты мне 50% дать, скотина конченая. Так, а зачем я? Надо на 150 поставить. Вот ты скотина конченая, да? Вот давай тебя. Ну давай теперь мне с 1%. Возвращай. О, он даже здесь 50 не дает, поняли? С этого раза тоже 50 не дает. Ну-ка давай теперь 10. Сука, тут еще 50 надо по этого умудриться поймать. Ну все, это слив сливчанский. Чистый, полный слив, короче.
Что-то можно было забрать, да, ну, как обычно, то есть я нарушил свое правило, да, то есть не заиграться и стал, собственно, жертвой этого. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и залетайте на завтрашний стрим, на котором я буду выбирать себе ножик. Всем пока и до новых встреч!